сегодня программа «Возрождение духовности» вновь приглашает вас на фестиваль духовной музыки, который состоялся 23 января во Дворце культуры угольной компании «Шахта Красноармейская Западная номер 1». Вы услышите выступления хоровых коллективов из городов Доброполье, Красноармейск, Алчевск и Белецкое. Всех их объединила искренняя вера и любовь ко Господу. Я считаю, что это пение возвышает душу человека, христианина, о возвышенном думать именно о Боге, о спасении своей души. Так что я думаю, что это необходимо для всех нас. Церковное пение – это вообще пение, которое проникает в саму душу. И даже человек, который никогда в церкви не бывал, впервые услышав пение церковного хора, начинает задумываться вообще о своем бытии. Сейчас на эту сцену выйдут преподаватели музыкальной школы имени Леонтовича. Но регент Елена Николаевна Мяличева объединила их хор, который радует своим пением прихожан Свято-Владимирского храма, расположенного на микрорайоне Лазурный, города Красноармейска. Хоровой коллектив храма, кроме колядки «Эта ночь святая», исполнит также произведения
под твою милость, автор Александр Копылов, русский композитор, скрипач, педагог, который преподавал церковное пение в Смольном, и единородный сыне, автор Павел Чесноков, композитор и педагог, регент церковных хоров, один из крупнейших мастеров русской хоровой культуры. Oh,
не первый раз приезжаем на подобные фестивали, посещали Днепропетровск, Луганск и другие места. Вот, а сегодня здесь, и нам очень приятно в эти, можно сказать, праздничные дни, новогодние, крещенские, рождественские, принимать участие в подобных фестивалях, которые обогащают людей духовно, объясняют суть праздника и цель нашей духовной жизни. Хотелось бы поблагодарить всех организаторов данного фестиваля, потому что данное событие на самом деле имеет очень большое значение не только в церковных кругах, но также и светских. С нашей стороны это прежде всего свидетельство, миссионерство для мира о том, что Бог явился во плоти, принес спасение на землю человеческому роду. Yeah.
сюда приехали для того, чтобы и другие люди могли прикоснуться к этому церковному пению, услышать красоту богослужебной музыки и унести с собой часть этой радости, часть этой духовности в своем сердце, вот, к себе домой, в свою семью и передать это своим ближним. На этом фестивале не было победителей, все участники были награждены памятными дипломами, но главное, это был настоящий праздник духовной музыки, который навсегда останется в сердцах людей.